Фонд гарантирования жилищного строительства выдал первую гарантию на завершение строительства одного из жилых комплексов столицы с участием дольщиков. Напомню, фонд был создан в прошлом году для защиты средств вкладчиков. Организация заключает договор с застройщиком, получает от него гарантийный взнос и затем привлекает инжиниринговую компанию для контроля использования денег дольщиков, а также чтобы следить за ходом и качеством возведения здания. Если застройщик по ряду причин нарушает сроки сдачи в эксплуатацию или, например, объявляется банкротом, фонд за свой счет достраивает объект. Это и есть гарантия того, что дольщики в любом случае получат свои квартиры. Критерии, которые позволяют нам определять, какие компании проходят, это прежде всего финансовые критерии, юридические критерии, технические. То есть, если застройщик им соответствует, он получает определенный балл по 100-бальной шкале. Он должен набрать больше 60 баллов. Если больше 60 баллов он набирает, тогда он проходит и получает гарантию.